Погодка сегодня хорошая. Поработаем. Здравствуйте, меня зовут Дымщиков Жаргал Дашанимаевич. Являюсь машинистом бульдозера карьеры юбилейной. В карьере юбилейной с 2020 года. Стаж работы с 2015. Начинал еще в Амакинской экспедиции работать машинистом бульдозера. А в данный момент мы находимся на рудном складе карьеры юбилейной. Работы ведутся по приему руды с рудника Айхал. Соответственно, вот строим пандус для дальнейшей подачи его на фабрику. Что-то своего рода тоже отвал, ну только маленький. Далее вот выстраиваем определенной высоты по заданию. И позже приходит экскаватор и отгружает его на фабрику 14 в машины. Работа очень ответственная, как бы техника тяжелая, большая. Как говорил мой наставник, здесь работа бульдозериста подразумевает больше работу головой. То есть нужно сделать больший объем работы за меньшее количество операций машины. Работа заключается у нас в карьере юбилейной. Прием в горной массы, прием руды, дорожно-отвальные работы, то есть ремонт дорог, строительство дорог. Спектр работ очень большой. Понимаем важность работы, не потерять руду, не закопать ее где-то в стороне. Так, нужно все собрать в кучу здесь. Как таковые алмазы мы, конечно же, не видим, понимаем, что это очень дорогое сырье.